Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Я продолжаю на уровне сложности божество за Швецию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm после последнего патча пытаться победить культурой. Я думал, что партия на 20 цивилизаций на огромной карте. В итоге оказалось, что их 14. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. Одну мы еще не нашли. Причем я не знаю, это будет Турция или Польша. Я ставил 20 цивилизаций, я вот, прежде чем это записывать, подумал... Да, кстати, если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Подумал, что могло произойти. Ну, есть, конечно, вариант, что цивилизации все не поместились, и их просто не сгенерировало, это раз. Второй вариант, что поместились, появились... поселенцы, но они не смогли поставить города, и их потом захватили. Но тут минус этой теории в том, что компьютеры появляются на божестве сразу аж с тремя поселенцами. У меня очень большие сомнения. Ну, с другой стороны, если они не могли уплыть, то вполне могли и всех трех потерять. Меня еще интересует, сколько будет городов-государств, потому что городов-государств я тоже ставил много. А точнее, максимально возможное количество 24 штуки. Вот сейчас мной встречено уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всего лишь 8. И я видел, что одну еще ГГшку захватила Франция. Такое ощущение, что... знаете, вот ощущение, что сбросилось почему-то, когда игра началась, сбросилось количество наций. Ладно, заканчиваем этим обсуждением. Давайте займемся собиранием... артефактов. Давайте, кстати, глянем, как тут у нас еще тут тематические бонусы в художественном музее не появились. А вот в этом в столице у нас вот эта королевская библиотека. Вот тут еще можно будет 6 штук насобирать. Но пока у нас есть места, где хранить наши шедевры. И пока мы еще по туризму, кстати, отстаем от Франции, давайте... А это вообще пофигу, на самом деле. У нас же не... У нас будут бонусы, тематические бонусы в любом случае, так как мы за Швецию играем. Так, здесь, значит, рост производства. Ну, давайте... Давайте начну... Или вообще строителя купить, может? Сколько он стоит? Нет. Что-то дороговато, строители. Да и в производстве недороговато. Может, все-таки с этих, с районов каких-нибудь начать. А, начну с монумента вообще. Ну, чтобы быстрее присоединялось. Так, здесь у нас прибыл Магнус. Можно вырубать все. Мы тут строим Эрмитаж. Что нам еще тут можно вырубить? В Упсале. Ну, собственно, овец и вот эту... Вот этот тропический лес получается. Больше и нечего. Здесь большой театр, здесь Эрмитаж. Это все важные чудеса на культуру. Открываем наш музей. Ну, я и так уже вышел в героический век, продаю на него 10 ходов, поэтому мы не будем ни музей под открытым небом, ни королинскую пехоту пока делать. Паровой двигатель открываем ради каналов. Я хочу вот здесь канал построить. Просто интересно даже, как оно будет все выплывать. Я, правда, не уверен, что каналы на холмах строятся. Ну, вроде нет. Вроде пока написано, что можно. Так, продолжаем тут плавать, исследовать. Давайте сюда подплывем. Капером здесь мы исследуем. Ну, ищем города-государства, в общем-то. План простой. Never again can I get... Чудо нашли, озеро Крейтер. Ну, вот это Архангельск на озере Крейтер, знаете.
А кто нас воюет хоть с кем-нибудь? Есть вообще войны? Да, Алиенора с Мали воюет. И что, все? Ага, венгр тоже с Мали воюет. И Канада... Не, с Канадой он уже замирился. Ну, блин, тут уже Мали стали пилить. Но Канада почти взяла, кстати, венгра. И я думаю, что мне через некоторое время будет иметь смысл на венгра напасть. Я сейчас буду их офигительно всех опережать. Почему бы и не усилиться? Никогда не помешает. Тем более, минус одну цивилизацию, которую надо будет в туризм обращать свой. То есть, в некотором смысле, вы знаете, победа туризма теперь вновь воспринимается как, примерно как победа религии. Потому что вот из-за этих музыкальных рок-групп. Так, давайте опять похитим технологии. Так, ну что, тут нету... Ну, может, тут есть, конечно, какие-то города-государства, но я до них добраться не могу. А Юстофью строит мой союзничек. Мне бы, кстати, надо открытые границы со всеми государствами делать и отправлять туда по каравану в каждое государство на самом деле. Поэтому давайте уже сразу попробуем. А, так, право прохода тынком у меня есть. С Алеонорой, понятное дело, есть, потому что союз. С Дидоной. Ну, уже 10 монет. Раньше одну монету просили. Так, и у меня кофе и пряности есть поторговать. Давайте глянем, нет у меня алмазов. Нет, алмазы у меня есть. Короче, у меня кофе и пряности появились лишние. Да я с кем-то торговал явно. Слоны с Петром Великим. Ну, давайте слонов заодно... А, ну, открытые границы у меня там есть с ним. Слоны на кофе. Так, он мне еще хочет денег дать. Причем дофига и хочет денег дать почему-то. Даже 200 готов дать, ничего себе. А что началось? Почему ты такой щедрый? Почему тебе так нужно кофе? Не высыпаешься по утрам, наверное, бедняк. Ну, по глазам видно, что такое немножко у него. Конечно... Недосып. Примем эту сделку. Так, с Дидоной просто открытые границы примем. С открытыми границами больше идет туризм. Дальше, скупы. Свининка. Есть ли у меня свининка от купы? Это я знаю, что это трюфели. Нет, во, скупы надо торговать. И заодно открытые границы брать. А вот так. А, он готов принимать. Наверное, и денег он мне еще хочет дать, как и... Странно, конечно. Они так готовы. $290, может ты 300 хочешь? 350, например. Да господи. А чё так? 450. 550. Нет, 550 уже дофига чё-то ему. 500. А, ну тут я уже не буду выискивать середину, долго. Так, все, поторговали со всеми. Нет, извините, не со всеми. Надо со всеми открытые границы, чтобы были. Купы. С Мансамусой открытые. С венгром открытые. С Пачакутыком открытые. С канадцем. Канадцем, по-моему, открытые тоже я уже заключил, да. Вот с Голландией. Принимаем. С Петром заключено. С Францией, по-моему... О. О, Франция уже дофига денег просит. Ну, потому что мы с ними... Вот у меня конкурент по победе туризмом именно Франция. И Норвегия.
Ну, кстати, интересное дело, я не нашел еще Норвегию, где она находится, в принципе, вообще. То есть я думал, что где-то тут, но норвежцев мы почти одних из самых первых встретили. А вот найти не можем. Так, гавань, верфь завершена. Жилья не хватает. Давайте здесь амбар и канализацию. Блин, не древние стены, а канализацию. Потому что надо ускорять демократию в любом случае. Я тут еще в двух городах канализацию строю, да. Великий Зимбабве. Шпион что-то там у меня похищает. Здесь пока на производство переключаемся. Чудо природы. А, здесь полечимся каравеллой. Ну и заодно можно будет апнуть в броненосец. Боже, смотрите, какие тут битвы католицизма с православием. Минус, плюс 250 к православию, минус 250 к православию. Так, паровой двигатель открыли, железную. Вообще, мне бы военный лагерь построить, я бы железные дороги сделал. Панамский канал. Ну, я Панамский канал. Вот, дополнительного шпиона можно сделать. Что у нас вообще тут стоит? Содержание юнитов, культура к созданию строителей. К созданию чудес, да, вот к созданию строителей стоит ли, может, поменять какую-нибудь торговую конфедерацию. Я, по-моему, строителей нигде не делаю вообще. Ну, может, стоит сделать, конечно. Так, давайте, значит, попробуем. Канал, ага, канал негде строить. Значит, я тут канал все-таки не сделаю. Ну, блин. Торговые пути, проходящие по этому району, получают больше золота. Слушайте, а почему тут не написано, типа, что он на холме не строится? Ну, это как бы неправильно, все равно холмы срывались всегда. Не, я не понимаю, почему тут канал... Что, даже вот здесь не строится канал? Хорошо, а Панамский канал? И он не может быть построен. Тут написано, что можно строиться только на равнинных клетках. А этот канал... А, вот, район строится на равнине и соединяет два водоема или водоем с центром города. Блин, жалко. Вот, вот такое место было. И не могем построить. Ладно, сейчас я подумаю, что где строить. Здесь шедевр. Вот я получил, видите, третий шедевр использовал и получил тематический бонус. Несмотря ни на что. Интересно, от писателей больше туризма, чем от художественного музея. Почему так? Это явно какая-то штука на это влияет. Так, где у меня еще археологи? Каких? Вот археологический музей в Гетеборге. Покупаем археолога. Здесь у нас что? Художественный. Тут тоже художественный. В Карлстаде надо театральную площадь строить. Здесь что? Художественный. А здесь ничего нету. Здесь надо купить. Давайте, наверное, археологический куплю. Потому что я смотрю, у меня художественные... То есть я построю сейчас чудеса, и мне вообще будет... Дофига места, куда их складывать. Нет, вот эти штуки я не буду строить. Уникальные. А тут за что? Лук? Ага, тут лук. Вот это место, кстати, для промышленной зоны. Давайте отметим. Промышленная зона, а мы строим шахты, рудники.
Тут понятно, тут ничего не будет. Ну, в смысле, тут нет городов, государств. Тут еще можно посмотреть, сейчас я сбегу этим. Но большие сомнения. Тут может быть город-государство какой-нибудь. Так, ну этого давайте сюда отправим. Через Канаду. Кого это? Куда это вот пошли? Вот эти катапульты тут неспроста. Я думаю, что как раз вот они идут какой-то город-государство атаковать. Что он вполне там может... Все чудеса, походу, нашел какие-то есть на карте. А вот ГГшечка, Занзибарчик. Есть. Но нам, конечно, в основном культурные нужны. Пока культурная всего лишь одна на карте. Ну, может быть, стоит взять... Так, в религиозный тоже можно. Может, сейчас стоит взять карточку на плюс один. Первый посол, типа. Так, город с 15 населением. Вообще, где-то есть кто-нибудь рядом? Вестерос 13, Стокгольм 13. Но Стокгольм и растет. Слушайте, давайте бы в Стокгольме канализацию сделаем. Даже, наверное, сначала амбар. Он один ход всего лишь, а мне тут надо расти до 15. Да, давайте я, наверное, сменю сейчас. Вместо плюс 2 поставлю пока первый посол. Отправлю в Занзибар. Не так, чтобы мне были деньги нужны, но это всегда неплохо. Так. И двух послов, пожалуй, в Лавенту. Это веру надо копить. Вера нужна. Дальше, кого мы повышаем среди губернаторов? Ага, Пингал у меня на гранты сидит, но я их, кстати, не делаю нифига. Ладно, давайте теперь Магнуса повышать. Логистику избытков промышленника потом. И... Есть ли у меня где-нибудь фабрики? По-моему, я еще нигде ни одной фабрики не построил. Ну, тут просто важнее не производство пока, а... Культура, я все туда вбухиваю. А в Упсале можно будет район построить? О, можно. Вот я в очередь как раз этот промышленный район и поставлю здесь. Здесь плюс 3 будет. Здесь все исследовали. Можно плыть к следующему континенту. Канализация в Норчопинге завершена. Ну вот сюда, конечно, надо будет Магнуса пересадить. Да и в Хальмстад можно Магнуса пересадить. Тут можно фабрику, кстати, построить. Или купить. Сколько будет? 780? Нет, давайте построим. Или военный лагерь. Вообще военный лагерь тут не помешает, конечно. Давайте военный лагерь вот сюда. В Линчепинге мастерская завершена, храм. Нам нужна вера в первую очередь. Культурное наследие ускорили. Вообще, да, посольство Финикии примем. Надо посмотреть, какие у нас там ускорения дальше идут. Амфора. Бухталонг. Нашли Занзибар. Это считается только 10-й город государства. Но даже... Вообще их должно быть типа 18 на огромной карте. Если... Или... По-моему, 18. То есть я увеличил до 24. Вот вопрос будет, 18 или 24. Писатель. Инженер. О, раз инженера на Эрмитаж надо отправить. Как-то совсем долго он тут. Конечно, тут вырубим лесок.
Надо вот здесь на этих клетках пособирать артефакты, а то мешаются развитию. О, у меня союз с Мали закончился. Продолжим. Мне нравится. И какой у нас экономический был, да? До свидания. Ну, может, здесь не у Мали соберем так, или ладно, беру у Мали. Так, письменные работы. Что у нас, кстати, тут с Мали, не захватывают ли ее? Вроде нет. Ну тут вообще вот Алейнора очень странно напала, она тут высадила кучу боевых монахов. В таком странном месте это сделала. Нет, нету. Нет, значит тут где-то ГГшка вот через горы. Судя по всему. О, пошла. Калинка-малинка. Египет? Серьезно? Не, ну это реально. Вот Египет это получается вообще из рандома. То есть куда-то делись турки, куда-то делись Польша. Типа я всех нашел сейчас, считается. Да. Мы стали первой страной, которая встречала все другие народы. И я не вижу, чтобы кто-то другой захватил. Ну, давайте я, конечно, Египет посмотрю. Города, на всякий случай. Но Египет я вообще не ставил. Асуан, Апуши, да, нету никаких. Норвегия. Нет, чужих городов нету. Египта нету, у Финикии нету. То есть, куда-то делись те, которые я ставил Турцию и Польшу, например. Турции и Польши нету вообще. Будет очень смешно, я сейчас найду остров, где они все стоят своими поселками. Это будет очень смешно. Нет, понимаете, если бы они стояли поселками, то они бы все равно были как присутствующие цивилизации. У меня такое ощущение, что их просто захватили в какой-то момент. Либо просто так карта сгенерировалась, что им тупо не было места. Но это странно, вот у меня было дофига места, но нету городов. Нету никаких других. У меня было... Ну, тут, вот тут даже не выглядит так, что тут как-то тесно особо. Я не понимаю, куда делись 6 цивилизаций. Ну, в общем, когда ставишь больше цивилизаций, чем карта предусматривает, какие-то проблемы начинаются. Так, винчобинки, канализация. Закончено. Давайте тут глянем... Что нам ускорять надо? Ну, смотрите, еще Франция впереди меня по культуре идет. Но мне, конечно, Бродвей нужен. Две полевых пушки. А пушки у нас открыты? Пушки у нас не открыты. Ну, надо пушки открыть. Национальный парк. А смогу ли я где-нибудь парк построить? Давайте откроем пушки. Дальше откроем. Ну, дополнительная вера от зданий тоже, этих религиозных, в принципе, вполне можно поставить. Может, теократию тогда открыть? Давайте теократию как раз уберу плюс один посол. Что-то пушки долго открываются. А что у нас по науке? Никто меня тут не догоняет. Это хорошо. В общем-то, я спорю только с Францией за победу культурой. Канализацию завершили. О, археолог здесь. Ну, археолога мы купим. Давайте шпиона построим. Археолог 800 стоит. А, и нам еще надо купить... Вот здесь где-то у нас... Музей. А, я уже купил, да?
художественный, археологический. И вот тут я купил прошлым ходом археологический, собственно, да. Художественный. В каком городе у меня еще нету театральной площади? По-моему, только в одном, вот в этом, в Мальме. Надо проверить. А, ну еще у меня Фалун. Еще в Фалуне, конечно, не должно быть. Где он тут? Во. Я забыл про него. Так, так, так. Список отчетов. Прибыль. Смотрим. Есть театральная площадь. Есть. А, в Мальме нету. В Карлстаде нету. В Карлстаде нету. Еще и в Карлстаде, вот в этом городе нету. Так, понял. И. Фалуне, как я и говорил. Значит, в трех городах еще нет театральной площади. Надо думать, где ее ставить. Тут, кстати, надо кофе и красители обработать. Ой, какие религиозные войны происходят. Прям. У меня уже впечатляющая военная мощь. Интересно. Impressionnant. Il semble que vos espions soient partout. Mes dames de compagnie seraient ravies de les entretenir pendant la fête. Хороший, красивый французский язык, конечно. Приятно послушать. Собор Святой Софии. Я нет, отклоню. Я ничего не продаю, никакие шедевры, конечно. Кстати, надо с Египтом поторговать. Последняя встреченная цивилизация. О, радио ускорили. Здорово. Так. Здесь... Ладно, пока не буду менять. Сейчас, может, встречу какой-нибудь город-государство еще. Варварский артефакт. С кем союз закончился? С Мансамусом. Так я уже восстановил его, да? Украли радио. И мы тут ждем строительства чудо промышленной эры. Тут у меня Эрмитаж. Давайте ускоряем. 14 на 7 ходов ускоряет. Отлично. Отлично. Еще один зарядик, да? И Эрмитаж будет построен. Так, так, тут я боюсь что-либо обрабатывать, ну нафиг, и так. Тут сейчас уйдет археолог, здесь еще одну шахту поставим. Кстати. Ну-ка, что у нас по шедеврам? Так, 78 туризма, а у Франции 116 пока. Давайте вспомним, что у нас там вообще есть, ну... 50 единиц мирового влияния за каждого великого человека, это здорово. Одно очко великого инженера от фабрик, одно очко великого ученого от университета, тоже класс. Еще и Всемирный конгресс надо будет не забыть использовать. Ну, музей под открытым небом, да, надо построить будет, конечно. Но только одна штука в каждом городе. Но там он туризм дает тоже все это. Это надо будет обязательно построить. Так, строители. Ну, в следующей эпохе, опять же, чтобы ускорить уже все. Сделаем броненосец. Давайте сначала куплю археолога. Не буду пока делать, потому что это использование угля. Нам опять дадут очки эпохи. Подождем. Давайте на автомат поставлю исследование. Так, что у нас здесь? Все, тут у нас ничего. Понял. Все исследовали. Так, тут не пройти. Тут у меня бежит чувак, который туда пойдет. Здесь пока вот эти отростки исследуем. Так, с Египтом хотел
Посольство отправить. А, дружбу мы можем объявить? Нет, пока еще нет. Что-нибудь поторговать? Благовония. Ну, по-моему, благовония у меня нету. Проверка. Благовоний нету. Торгуем благовониями, значит. Да, и открытые границы надо с ней. 3 золота устраивает. Дальше право прохода. 6 золота устраивает. Дальше у меня есть еще один шоколад и одна пряность. Значит, я с кем-то прекратил торговлю. Давайте проверять. Гипс с русским, оливки с почекутоком. Как ни странно, мне кучу денег хотят давать за все эти штуки. Так, так ресурсы нужны, я смотрю, да? Принимаем. И с почекутыком. Где ты тут? Оливки на пряности. Тоже, я так понимаю, что все деньги мне надо дашь, да? Нет, смотрите. Так, 142 монеты. Приняли. Торговля закончена. Швеция счастлива. Все ресурсы проданы. Так, прокачаем хищение средств. Фабриковать скандал. Провоцировать беспорядок. Ну, давайте на хищение средств. Так, блин, я тут столько уже очков эпохи набрал. Здесь. А, вот и границы Норвегии. Надо не забыть еще поменять все-таки. Карточку. Так, что с канализациями? Достаточно этой канализации? Тут есть канализация. Тут есть. Значит, еще 2 строятся. Демократия будет ускорена. Надо ли мне в Хальмстаде тогда канализацию строить? Я думаю, что нет. Промышленную зону? Где у нас есть? Тут военный лагерь будет. Ну, плюс 1 всего лишь. Холмы плюс 2. Так, ладно, давайте тогда строителя здесь сделаем сначала. Надо повырубать всякие места. Правда, я хотел сюда Магнуса, по-моему, пересаживать. И откроем... Значит, меняю все-таки карточку. На плюс 2 влияния. И все-таки может поставить совместную церковь. Вместо... Ну, наверное, вместо строителей все-таки поставлю. Сколько будет прибавка? Ну, плюс 12 веры, нормально. А строитель теперь 3 хода строит. Ну... Что поделать? Так, пока охрану природы начну постепенно открывать. Катастрофическое извержение вулкана далеко. Первый супершпион. Так, шедевры берем. Так, ну Канди пускай будет. Получаю бонус? Да, тематически, 18-18. А, вот в чем лучше археологический музей. Слушайте, я и забыл. Они больше дают туризма, чем художественные музеи. Ясненько. Тут идет, блин, английская армия на Мали. Хорошо, переведу в другое место. Я, мне тут есть где копать еще. И на своей территории дофига.
Это французам не нравится, что с кем-то там поддерживаю. Ну, тырят деньги у меня из Стокгольма. Сволочи. Интересно, а если я буду побеждать культуру, они будут у меня тырить шедевры? With self-government is freedom. And with freedom is justice and patriotism. Лаешь, кошут. 100% мирового влияния за каждый ход от человека, который вы являете сюзеренным городом государства. И вот и авиацию продвинули. Теперь, значит, открываем авиацию и радио. Да, кстати, и химию можно открыть. Нет, смотрите, мне там надо было где-то ускорить пушками. Давайте посмотрим, насколько это важно. 15 населения, 2 полевые пушки. Ну, тут и так быстро открывается. Вот 3 корпуса надо сделать. Тут надо исследовать радио. Мне кажется, радио тут важнее. Все-таки. Поэтому давайте радио, потом мне надо идти в компьютеры, я думаю. Правда, плюс 25% всего туризма. Что у нас тут еще туризм увеличивает? Надо глянуть. Бонус к туризму от всех улучшений, повышающих культуру. О! Это мы сейчас откроем как раз в авиации. Дальше смотрим. Тут нету ничего на туризм. Тут нету ничего на туризм. Ну и все, тут, собственно, в науке будет все на туризм. Я тут с Екатериной Медичи соревнуюсь. Окей. Хорошо, хорошо. Что мы тут берем? Флотоводец набился. Блин. А, я-то его как раз перекинуть смогу. Флотоводец перебрасывается. Так, вырубаем лес и используем великого человека. 4 хода Эрмитаж. Отлично. Блин, мне бы вот этого тоже забрать. Плюс 240 на чудеса. Можно попроводить будет. Так, давайте, наверное, тут выкопаем. Этот выкопает здесь и здесь. Попроводить проекты в промышленной зоне. Тут исследовали все. Ну, давайте тут исследуем. Этот продолжает тырить техи. Охрану природы, кстати, можно пока отложить. Ну, блин, я, наверное, не построю на 15 жителей. Не сделаю. Хотя Гетеборг уже 14... А, вот, Стокгольм, 3 хода. Нормально, нормально. Тогда давайте просто выжженную землю, у нас полевые пушки не скоро будут. С корпусами что? У нас тут прокачанный арбалет. Надо просто арбалет купить. Раз арбалет, два арбалет. Потому что 3-4 уровня. Что у нас еще какие юниты хорошенько прокачаны? По-моему, эти были прокачаны. Да, мои летучие отряды 2 уровня. 2, 3. Ну, их... Их я не скоро смогу объединить в корпуса. Так что 2 арбалетчиков и 1 мечник нужен. Ну, давайте в эту сторону сначала исследуем. О, Преслов. Ну, Преслов в осаде. Норвегия его забирает. Нет смысла сюда отправлять. Так, что хочет Лавента? Каролинскую пехоту. Ереван ничего не хочет. Занзибар полевую пушку. Махенджо-Даро фрегат. Ну, так себе. Ладно, значит, покупаем арбалет. 360. Нормально. Недорого, я бы сказал.
Здесь покуп... Нет, где-то 3-4 уровня. Вот, винчопинги. Покупаем арбалет. Раз корпус. Два корпус. Ну. Два корпус. А здесь надо... Блин, мушкетеров апнуть, опять же, селитра будет использована, типа. И вы там вышли. Сколько ходов на следующей эпохе? 6. Все, очередную использую. Блин. Ну, значит, еще один арбалет надо будет купить, что я могу сделать. Будет 3 арбалета в корпусах, тогда фиг с ним. Не хочу я здесь покупать. Как вы понимаете. Так, фабрика, да. Фабрика строится. Фабрика, здесь военный лагерь завершен. Казарма. Здесь храм завершен. Ват. Блин, мне, конечно, синагога больше нравится, но я смотрю, тут перебивают. Может, пока тогда отложить? Давайте амбар просто построим. Синагога 5 веры будет давать, а в случае с тем, что у меня карточка стоит, 10 веры получается. Так, здесь где-то ГГшка стопудово должна быть. Наша задача, задача вот этого летучего отряда найти ГГшку. О, Нанмадол объявляет войну. Я думаю, что это Нанмадол. Отлично, это Нанмадол. Нанмадол — это круто. Потому что это культура, и Нанмадол реально кучу культуры дает. Голосованиями. Там куча голосов должно быть. А, нет, смотрите, у кого-то даже... Ну, все равно у меня больше всех, но не скажу, что прям далеко. Так, единицы ресурса. Плюс 100% к типичным бонусам от города-государства при отправке в него торговцев. Блин. А смогу ли... Я, конечно, за культурные хочу проголосовать. Но... Ну, в Нанмадол, наверное, добежит у меня все-таки. Если вот там вот внизу. Потому что до... Другого культурного точно не добегает. Так, здесь... Здесь, наверное, за... За какао проголосую. Но тут, на самом деле, вот это мне не особо важно, что пройдет, пофигу. А вот здесь... Культурный город-государство. Ну, давайте 5 голосов отправим. Я, правда, не уверен. По этому поводу... Так, что прошло? Киты прошло, а здесь культурка. Отлично, а за что голосовали остальные? Тоже, Алеонора тоже культурный голосовала. А тут все за культурный. Охренеть. По какой-то странной причине. Вот, ускорили демократию. Ну, вы знаете, вот эти 4 канализации, они ускоряют демократические процессы в 2 раза. Сразу, как появилась канализация, хочется странного, там, голосовать на выборах, вот это вот все. Так, еще один арбалет. И ускорили мобилизацию. Мы молодцы. Второй уровень с Амониторы. То есть я сейчас должен больше очков великих людей получать, отправляя караваны к Амониторы. Здесь этот выкапывает тут артефакт. Этот парень выкапывает тут артефакт. Этот ставит тут шахту. 3 хода Эрмитаж, 11 Большой театр.
Те два чуда из России строятся в Швеции. Кстати, вот это хорошее место для музея под открытым небом, действительно. Давайте я даже тут подожду наступления. У него просто один заряд остался. 5 ходов. Я подожду наступления следующей эпохи. Да, я помню, я знаю, что способность у Швеции тут больше культуры, чем количество культуры от этого музея зависит от того, насколько разные территории вы поставили город. Но дело в том, что у меня тут особо выбор нет. У меня либо луга, либо равнины. У меня нету ни тундры, ни снегов, ни пустыни. А нет, тут пустыня была. Ну, блин, не поставлю я тут город. Так что у меня не особо много культуры будет от этого музея. Но там главное, чтобы был туризм. Отправим флотоводца исследовать территорию. Вот здесь сюда бежим. Здесь вот где-то Нанмадол. Вот, даже границы уже видны. Видите, вот он Нанмадол. Будем его всячески использовать. Пошлем туда послов. Как раз 2 хода поменяю карточку на плюс 1 посла первого. Накоплено 5. А, у меня, кстати, уменьшилось количество торговых путей, потому что было плюс 4 золота ко мне отправлять. И вот постепенно еще помощь мне скоро закончится. Я 210 золота вход имею с этих договоров. Ну я, блин, столько с них, конечно, натряс. Я считаю, что это... Вот это с этим надо что-то править. В сетевой игре это нормально, там никто тебя особо не кидает денег, там может там 51 вход кинуть. А тут, получается, те компьютеры накидали... Ну, блин, на божестве это что-то очень круто. Прям, ну, прям очень круто. Синагогу строим, да. Вот здесь синагога. Ну, вот эти православные синагоги в курсе, да? Оружейную. Канализация завершена. Рынок. То есть театральной площадью. Плюс 1 здесь. Ну давайте. Чего, жилья не хватает? Надо ли мне отсюда Магнуса пересаживать, теперь вопрос. Я бы, наверное, уже пересадил. Я бы его пересадил, причем в Хальмстад. Мы тут вырубили все, что могли. Из Хальмстада я бы пересадил Рейну в Йенчопинг, потому что тут соседство гавани и... коммерческого района. Ну и Амокшу в Упсалу. Поехали. Так. Значит, в Хальмстад. Рейна в Йенчопинг. Мокша в Упсалу. Теперь по городам пройдемся. Тут чисто производство пока. Еда, производство, чисто производство. Тут тоже на производство я переключу. Хотя... Нет, давайте производство. Еда, производство, еда, производство. Кстати, Стокгольм 2 хода до 15 жителей. Пока чисто производство. Еда, производство. Чисто производство. Все, отлично. О, тут Алейнора грабит караванчики. Но это ж ко мне караванчики, не трогай караваны. Инк воюет с Норвегией? О, с Египтом. У вас скромное... То есть он... 3 хода назад говорил, какое у меня огромное войско, теперь он говорит, какое скромное войско, да?
с почеку. Да чего вы к этому почеку такую привязались? Не хочу я. С Египтом надо дружбу заключить. Да и... Да, да. Посольство. Мы должны со всеми дружить. Прям вот дружочки-пирожочки должны быть. 3 золота вход. Ну хорошо, давай. А мониторы постоянно какую-то мелочь требуют там на морожка. If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, бонус к туризму от всех улучшений, повышающих культуру, увеличивается. И выжженную землю открыли. Что-то мы быстро открыли выжженную землю. Производство поселенцев, полководцы, доход от мародерства. Так, нам бы сейчас Нанмадол найти на самом деле. Сейчас бы это в тему очень было. Блин. А, это Рапануи? Опа, а где тогда Нанмадол? То есть еще и Нанмадол где-то есть, ребята. Опа-на. И с ним Алиенора. Так, значит, где-то он здесь, получается. Ну, это здорово, что у нас уже 3 культурных ГГшки в игре. Пошли искать Нанмадол. Ну, тут... Тут, похоже, не может его быть. Я, конечно, сейчас сплаваю сюда, посмотрю. Так, отлично. Значит, ставим опять плюс 1 первый посол. И в Рапануи запускаем ребят. Блин, я еще и перекупил Рапануи. Вдохновение для охраны природы. А здесь что? Создать фрегат. А что дает? Там, по-моему, большие эти головы можно строить, да? И мне, наверное, надо будет их строить, потому что они там неплохо дают. Майя дают плюс 1 к культуре за каждые 2 соседних майя, плюс 2 к культуре на клетках вулканической почвы или рядом с ними. То есть, если я эти головы вот здесь построю, вот на этих клетках, то это, типа, вообще трындец будет, да? Это же вулканическая почва, да? Охренеть. Ну давайте засоюзим. Давайте. Везувий нашли. Нет, видите, нету тут Нанмадола рядом. Можно уже не плыть. Так, ну прикольно, значит, мне нужны тут рабочие, получается. Здесь выкапываем артефакт очередной. И опять у меня там бонус должен быть тематический, да, в Йенчепинге. А где у меня еще археологический где-нибудь есть? Пока больше нигде. Так, ну тут вот рабочий как раз появляется, я сейчас пойду... Здесь эти большие головы ставить. А этого парня мы отправим... Где мне тут мешаются? Ну, то есть там, где вот эти развалины, я не могу, например, районы поставить. Равнина. Ну, давайте вот здесь уберем. Так, здесь прибывает у нас Магнус. 4 хода будем ждать, конечно. Куда этого отправим? Ну, тут все понятно приблизительно, да? Давайте вот тут посмотрим. Потом отсюда сюда отправим. Ну, наш континент я, в общем-то, практически исследовал. Так,
на каких-то допотопных лодках ребята плавают вообще. Вообще не заморачиваются. Так, ну, раз, три. Раз мы тут Магнуса ждем, давайте тогда еще одного строителя здесь сделаем. Ничопинги, амбар готов. Растем. Ну, здесь, кстати, можно и канализацию построить, потому что я сюда не буду никаких губернаторов сажать, а расти надо. Давайте канализацию. Выжженную землю открыли. Блин, ну где этот 15 жителей? Что, я так и не успел? Мне больше нечего открыть. А, вот морскую традицию давайте открою. Хочу, чтобы урбанизация ускорилась. А там я еще и радио открою. Потому что радио у меня ускорилось за счет того, что я стырил теху. Но следующим ходом еще стырю, надеюсь. Блин, я тут столько уже набрал очков выше крыши. Надо было 81, а я 132 набрал. Просто трындец. Но это, конечно, за счет великих людей, шедевров и... Ну, шедевры не дают, за счет археологических находок. Еще. Тут дофига. Ну и я выхожу очень быстро во все. То есть я первый всех встретил. Скоро еще будет кругосветное плавание, кстати. Ну, может не спешить с кругосветным плаванием, между прочим. Как раз подождать. Я тоже, наверное, первым буду. Хотя должны норвежцы быть первыми или купы. Во, 15 жителей. Тут как раз возвращаем дальше плюс 2 влияния. Успешно добыты нарезные стволы. И открываем СМИ. Пошли. Мне нужен Бродвей. А потом уже мобилизацию. Художника нанимаем. Синагога завершена. А где вообще эти музыканты? Вот, в холодной войне. Вот это нам надо, конечно. Так, синагогу завершили. Ну, давайте теперь фестивали. Вот гранты, теперь пускай Пингала работает на гранты. Шпион. Ну, тут, похоже, тоже фестивалим. Так, 5 послов. Ну, вообще надо 2 в Рапануи в любом случае отправлять. Ну, чтобы работало. Уже 381 культура. Давайте сравним. 157 культуры и 381 культура. И у меня уже туризма больше. Так, что вообще по туризму? Ну, пока типа впереди Екатерина, но я думаю, что мы это сейчас будем очень быстро наверстывать. Шпиона давайте тоже во Францию отправим. Вообще, где у нас больше всего бабла может быть? Наверное, у Мали. Я бы пока деньги потырил. Ну, то есть прокачать шпиона. В Ньяне 600. Хо! Гао. Просто кто не в курсе, вот где пишется, сколько будет тыриться денег. 288. Кумбис Олег 500 практически. Ну, короче, в няне тырим деньги. 600 монет. По-моему, это круто. Так, арбалетчики стоят. Ну-ка. А, тут нельзя строить. Блин. Неужели только на побережье строится? А, нельзя построить рядом с клетками лесов или тропических лесов. То есть мне сначала на лес вырубить. Прикол.
Ну, давайте. Так, что мы в Фалуне? Что у нас тут по поводу театральной площади? Куда мы ее можем? Вот как раз сюда и бахнем. Блин, ну тут плохо театральная площадь, потому что будет извержение вулканов, она будет ломаться. Ладно, все равно. Продолжаем тырить техи, да? Мехико, ну Мехико. Район промышленной зоны рекламный комплекс на 3 клетки действует. Ну, так, конечно, можно послов отправить на производство, чтобы было, но... Для этой игры, для вот этой, где я пытаюсь победить... Культурой это не важно. Блин, отлично ты походил. Поиск пути в шестой циве не самая сильная сторона. Давайте, дружба с Клеопатрой. Кстати, мне меха надо еще поторговаться с кем-то, объявить дружбу. С Финикией объявить дружбу. Кто у нас еще? А, Канады мы и так дружим. С Россией объявить дружбу. О, уже Россия готова со мной дружбу объявлять. Осталось норвежца, инка и венгры. Ну, с венгром, наверное, нет. Я венгры все еще думаю... захватить. Так, и что, какой ресурс мне выторговать? Чего у меня нету? Вино есть. Сахара нету, да? Сахарный меха. Ты, наверное, все свои деньги хочешь мне отдать за эти меха. Четыре подходит, пять подходит, шесть не подходит. Ну, договорились. Выгодно. Во всех смыслах. Кто вспомнит, откуда эта фраза, из какой другой игры, тот молодец. Угольную электростанцию. Да, построим. В Мальме я монумент построил, да? Ну, не знаю, купить все-таки, может, рабочего... На что мне еще деньги здесь нужны? Всех археологов я пока использовал, да? Всех возможных. Раз, два, три. Ну тут еще работает парень. Дальше я буду в Карлштадте покупать амфитеатр археологический чуть позже. В Фалуне строим театралочку. Ну я бы здесь тоже театралку поставил, но при этом купил... рабочего, чтобы тут обработать шахты, как хотя бы. Да, но здесь амбар все равно сначала нужен. Давайте амбар. Потом театралку. И купим все-таки рабочего. Почекуток объявил войну Харальду Суровому, и Клеопатра объявила. Ну, Почекуток к Харальду, мягко говоря, далеко. Да, да, ты уже это говорила. Приятно видеть, что вы не представляете для нас опасности, конечно. Я культурная Швеция, ребята. Я ни для кого не представляю опасности. Museums are on the front lines of a fight for culture, of good with evil. What I like about cities is that everything is king size. Урбанизацию открыли. Ну, тут я, по-моему, ничего не буду менять. Тут главное, пригороды у меня появились. Я буду пригороды строить. Писатели. Художники.
Ох, как у меня развивается все. Так, ну что, вот теперь я могу голову? Да. Три культуры, а? Три еды, три производства, три культуры. Зашибись. Вау. Да, мне нравятся эти головы. Так, здесь ждем прибытия Магнуса. Здесь шахты делаем. Нафига эта армия Финикии? Чего она ее не использует никак? Ну, где еще города-государства? По побережью тут, похоже, нету. Надо куда-то еще внутрь заплыть. Нарчопинг оружейная закончена. Ну, пригороды давайте ставить. Притягивающий. Вообще тут плюс 6 жилья. Вот здесь, в этом городе, пригород-то и не нужен. Тут фабрика, кстати, не работает. Вот можно здесь фабрику... Не достает, да? Сейчас, где у нас тут... Производственный район. А, ну да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Значит, в Торчопинге можно фабрику сделать. Боже, плюс пять. Что? За что плюс пять? А, за Эрмитаж. Блин, ну я тут очков эпохи набрал. Просто мама не горюй. Торговец, инженер. Музыкант идет. 42, 33, 15. У Маури 5, у Англии 8, 6. Даже у Франции 6. 2. Походу тут вообще все вот эти... Все вот эти ребята мои. Второй уровень с Мансамусой. А у меня, кстати, посольство есть в Египте? Есть. Капываем. Еще один тематический бонус. Сколько уже? 146 туризма. После радио нам надо будет в компьютеры идти. Примите форму управления с 8 ячейками. Я должен успеть. Должен успеть. Где у нас там демократия? Так, мобилизацию давайте. Один ход. Потом вот так, идеология, демократия. Тут все по одному ходу уже исследуется. Охренеть, конечно. Так, в Гётеборге нужен пригород, несомненно. Куда мы его бахнем? Плюс 5. Вот тут еды не особо много. Блин, ну и производство я не хочу убирать у города. Может, на этот лес? Да, кстати, он будет соседство, да. К сожалению, лес придется вырубить. Но что поделать? Так, только очередь. Это мы в очередь сделаем. Так, и где еще недостаток жилья? Ну, Мальмю там амбар у нас делается. Все, поехали. Религиозный союз. Ну, в принципе, почему и нет. Давайте. Купы там, по-моему, со всеми в друзьяшках. Никто не будет против, что я с ним союзы заключаю. О, Франция опять Нидерланды. Жаль, Франция будет Нидерланды дозабирать. Похоже на то. Так, что с алюминием, кстати?
Those who rule by force speak most copious. Что у нас с алюминием? Алюминий есть, но не обработанный пока. И всего лишь один. Блин. Так, писатели, художники. Здесь. А почему тут голову нельзя сделать? Блин, тропический лес. Да вы достали! Могу как тропический лес убрать, где... Ну, сначала улучшение, похоже, надо убирать. Блин. Тупость. Давайте я... Здесь куплю еще рабочего. Хочется больших голов наставить просто. Вот непреодолимое желание. Вот, между ними еще такой проплыв какой-то. А, тут, смотрите, между ними соединение, только две клетки похожи. Поэтому Франция воюет постоянно с Нидерландами, просто не с кем воевать. Так, этот капер поплывет вот прям далеко-далеко сюда. Воровать я тут хочу, но сначала найти источники. Да, тут, конечно, такая территория у Финикии, не фонтан. Преслов забрали. Норвегия забрала. Так, а что у нас тут? Содержание юнитов еще уменьшается. Вообще минус 60 на юниты идет. Так что можно и поставить. Минус 26. Центры вещания открыли. Строители открыты. Но я хочу промышленную зону. Ну ладно, давайте центры вещания как раз вырубим. Леса на центре вещания. А, подождите, а нужен ли тут... Нет, у тебя сейчас губернатор будет жилье. Дальше идем в компьютеры. Оксфордский университет построен. Претензии к французам появились. Истек срок дружбы с канадцами. Блин, знаете, что плохо, что не показывает, когда заканчивается... Вот, с венгром закончился проход. Вот мне больше хотелось бы, чтобы был проход виден. Так, и у меня тут ресурсы еще появились. Надо посмотреть, с кем поторговать. Вино с аммониторы и цитрусовые. Вот у меня с аммониторы, видимо, закончилась торговля. Сколько ты мне денег за это дашь? Вот 300, наверное, нормально. Нет? Жаль. А 200? О, 200 норм. А 250? И 250, и 270, наверное. Ну надо ж максимум выжимать, правильно? Мне тут еще покупать на театральных площадях кучу всего. Конвертируем деньги в культуру. Блин, ну ты ж 300 не соглашалась. То есть 299 окей, а 300 нет. Тут мелочная какая. Блин, тут не высадится, вы хотите сказать? Давайте тут высадимся. О, это что, геликарнас, да? Интересно, тут пройти можно вообще? Может, сколько я очков эпохи набрал в этой эпохе?
Военный союз? Нет, я, пожалуй, вот с военными союзами я, пожалуй, не буду связываться. Нафиг надо. То есть у меня 4 союза, но не военные. Уже все эти религиозные войны продолжаются. Тыщ. Светочем. Норвежцы считают меня светочем. Я не могу с этим не согласиться. Ну и выйдя в героический век, я, пожалуй, эту серию закончу. Блин, не смогли своровать продолжение. Подписчики увидят завтра, а спонсоры могут посмотреть уже прямо сейчас. Спасибо, что смотрите, играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.